Хочу сказать в первую очередь большое спасибо Александру Глебовичу за такое хорошее объяснение. Может быть, я лучше него не скажу. Мы, к счастью, научились хорошо выражать свою позицию на акциях. Может быть, пока не так хорошо выражаемся вербально вот в студии такого рода. Но в первую очередь, конечно же, мы хотели поддержать девчонок, матерей, которые сидят незаконно, людей, которые не должны сидеть. Люди не должны сидеть за акции протеста. Если бы они кого-то убили на акции протеста, я думаю, ни у кого не возникало бы вопросов, зачем и почему их сажают. Здесь, одно дело акция здесь, протеста, думаю... а другое дело, знаете, спилить крест, который кто-то поставил, как я понимаю, в память о жертвах репрессий с 1937 года, там, где раньше было НКВД, я так понимаю, недалеко от Октябрьского дворца, да? Есть подтверждающие есть документы элемент, знаете... о том, что, во-первых, этот крест стоит незаконно, во-вторых, никаких жертв репрессий там не было. Это спекуляция определенных партий для того, чтобы рейдерски захватить эту территорию. Но мы не будем углубляться в это. Я выскажу нашу позицию. Наша, помимо поддержки Pussy Riot, Pussy Riot, кстати, от вашей поддержки отмежевались, вы слышали, ну, наверное. Знаете, мы насильно мил не будешь, но тем не менее мы захотели посвятить эту акцию. Если им это не понравилось, ну, пусть простят нас, наверное. Но и с другой стороны, знаете, девчонки сидят уже более полугода в тюрьме. Наши активистки тоже были в России в тюрьме и не понаслышке знаем, как это в России происходит, понимаем, какое давление на них оказывается, и поэтому мы можем им сейчас простить все, что угодно.